международных новостей в студии Инесса Буланкова. Здравствуйте. Что сегодня попало в объектив наших корреспондентов, вы узнаете из выпуска. Коротко о главном. Евреи и арабы отказываются быть врагами. В Иерусалиме прошел марш мира. Сирийский народ видит спасение в действиях российского президента. Чешские строители знают толк в райском удовольствии. Жители разных уголков планеты объединились в противостоянии волне насилия, охватившей Израиль и Палестину в минувшую неделю. У здания израильского консульства в Нью-Йорке собрались около 200 активистов в поддержку еврейского государства. Они скандировали «Мы с Израилем» и выражали свое возмущение бездействию цивилизованных стран и Белого дома в частности. Я пришла сюда в знак солидарности с теми, кому угрожают терактами. Здесь, в Нью-Йорке, хорошо понимают, что значит быть жертвой террора. В это же время итальянцы провели демонстрацию в поддержку израильского государства. Порядка 2000 человек собрались у здания посольства Израиля в Риме, чтобы выразить протест терроризму и выступить в поддержку легитимного права еврейского государства на самооборону. Ну а в самом Израиле в субботу вечером прошел марш мира. Сотни активистов израильских и палестинских прошли по улицам Иерусалима под лозунгом «Евреи и арабы отказываются быть врагами». Организатором марша выступило пацифистское движение «Шалом Ашхав» – «Мир сейчас». Мы пришли сюда, чтобы показать, что евреи и арабы, израильтяне и палестинцы могут занимать единую позицию и добиваться другой политики. Политики справедливого мира и независимости для двух наших народов. Сирийский народ видит спасение в действиях российского президента. Духовные лидеры Сирии поблагодарили Владимира Путина и народ России за помощь в борьбе с террористами. От имени Башара Асада старейшины и муфтии республики вручили российским дипломатам в Дамаске подарки, среди которых памятная медаль с надписью «Спасибо, Россия». Ранее у стен Диписи уже несколько раз проходили демонстрации в поддержку российских авиаударов по позициям боевиков. Аналогичные акции прошли и в минувшие выходные во многих других городах. В Минске, Берлине, Белграде, Бейруте и Нью-Дели. Перед посольством Российской Федерации в Бухаресте также состоялась манифестация представителей сирийской диаспоры Румынии. Там собрались около 30 человек с государственными флагами Российской Федерации и Сирийской Республики, а также портретами Владимира Путина и Асада и георгиевскими ленточками. Напомню, российская авиация продолжает сокрушать позиции джихадистов в Сирии. И если раньше удары наносились по складам боеприпасов боевиков и заводам по производству оружия, то теперь бомбят коммуникации, то есть пути отхода террористов, маршруты поставки им оружия и дороги, по которым может подойти подкрепление. Германия выразила готовность разделить с Турцией затраты на прием беженцев. Многие из них проникают на территорию Евросоюза по воде, начиная свой морской путь на лодках именно от турецких берегов. Вопрос о помощи Турции в сдерживании потока выходцев из Африки и из Ближнего Востока обсуждался в Стамбуле на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. О каких конкретно суммах шла речь, не сообщается. Взамен на такое содействие глава правительства Германии пообещал Эрдогану ускорить процесс вступления Турции в Евросоюз, а именно начать переговоры по одному из 17 технических пунктов, которые до сих пор заблокированы, несмотря на то, что соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Турцией было подписано уже более 50 лет назад. Британцы приостановят время. Знаменитые часы Лондона прекратят свою работу на 4 месяца для срочного ремонта. Часы Биг Бен были запущены в Лондоне 31 мая 1859 года. За 156 лет их работы непредвиденные перерывы случались из-за погодных условий, поломок механизма и даже птиц. В отчете о нынешнем состоянии башенных часов отмечаются серьезные проблемы с подшипниками стрелок и маятника. Проще говоря, стрелки весом около 300 килограммов могут просто упасть. Плюс необходим косметический ремонт. Предполагается, что на восстановительные работы символа Лондона понадобится около 30 миллионов фунтов стерлингов. В случае, если проект масштабной реставрации будет одобрен, то остановка Биг Бена станет самой продолжительной за 156-летнюю историю башни. В Калифорнии отмененная свадьба обернулась настоящим праздником для бездомных. В американском городе Сакраменто, штат Калифорния, жених с невестой отменили свадьбу. Родители девушки не растерялись и решили превратить заранее оплаченный праздничный обед на 120 персон в банкет для бездомных. С целью, чтобы эти люди хотя бы раз в жизни отобедали в одном из лучших отелей города. Цветы же, заготовленные для торжества, семья невесты пожертвовала в дом престарелых. Как отмечают местные СМИ, банкет посетили 90 человек. Это
одинокие люди, а также семьи с детьми. Многие по такому случаю нарядно оделись. Ну а после такого ужина многие признались, что этот день стал одним из лучших. На организацию торжества было потрачено 35 тысяч долларов. Депозит включал в себя не только праздничный обед, но и свадебное путешествие, в которое невеста отправится уже вместе с матерью. Чехи смогли построить настоящий райский уголок. Чешские строители представили уникальный парк, представляющий из себя деревушку в тихом месте и с наглядностью древних ремесел. Люди приезжают туда целыми семьями, чтобы отдохнуть вдали от шумных городов. Казалось бы, немного отдаляются от цивилизации, а словно переносятся на сотни лет назад. В средневековой деревне бревенчатые домики с соломенными крышами. Ну а в деревянном мышином лабиринте повсюду вырыты норки грызунов. Посетителей это только радует, так или иначе есть контакт с природой. Многие приходят сюда уже в 7-й или 8-й раз. Людям здесь хорошо. Они начинают чувствовать что-то такое, что закодировано в их генах. Помимо прочего, погружаясь в историю, все желающие могут почувствовать себя археологами. В парке нельзя разгребать руками, только инструментами открывать слой за слоем, как настоящие специалисты. На сегодняшний день парк «Земной рай» бьет все рекорды посещаемости. Таким был этот день глазами моих коллег. Все материалы можно еще раз посмотреть на нашем канале на портале YouTube, а также на сайте телеканала ТБН Россия. Оставайтесь в курсе всех новостей, ну а мы встретимся уже завтра.